кажется, что система образования находится в точке развития, что сейчас и разные игроки приходят на этот рынок, развиваются разные формы образования. Наряду с государственным образованием есть и большой рост частных школ, потому что это отражает потребность родителей в какой-то альтернативе. И есть направление семейного образования, которое тоже успешно развивается. И это очень хорошо, вот, когда есть возможность выбора. Пусть и дальше, то есть чем больше будет выбора, но поддержу в этом смысле выступающих на этой конференции о том, что лицензирование и сертификация качества образовательной деятельности, безусловно, должно быть для всех направление образования. Напрямую Рыбаков фонд с муниципалитетами не сотрудничает, потому что основная стратегия фонда – это развитие школы как центра социума. И главное наше взаимодействие происходит непосредственно со школами, со школьными командами, с управляющими советами, с директорами школ, с учителями и в том числе с экспертами от образования, которые в этом смысле являются нашей такой экспертной опорой. Вот. С региональными и муниципальными властями мы взаимодействуем для того, чтобы продвигать инициативы Рыбаков фонда, конкурсы Рыбаков фонда, школьный конкурс, премию, которую мы учредили, которая называется Рыбаков прайс, для того, чтобы более широко это осветить и получить, возможно, широкий охват участников и номинантов со всей России.